Where exactly? Exactly, my hometown is from the north of Thailand, sir. Okay. From Chiang Rai. Chiang Rai? Yes. Nice city. Have you been there? Yes. Oh, you like it? Yes. Temple, white temple. Ah, amazing. Wat Phrong Khun. Yes, yes. That's when the artist number one of Thailand. He is the building. Ajahn Chalom Chai. Here is the sport complex. Sport complex. Can I look? Moment. Yes, sir. Окей, значит, мы сейчас с вами изучаем отель Сантибури Golf Club Resort and Spa. По-моему, так он называется. Вот. Много чего здесь есть интересного. Я так понимаю, здесь у нас фитнес-зал справа. Только для 14 и выше по возрасту. 14 и старше. Так, пройдем дальше. Теннисный стол. Савадикап. Yes. Just looking. One tennis, one golf practice net. Так, здесь у нас пул. One time for me here for yoga. Так, ясно, теннисный корт. And mountain bike, all free of charge, including house rent for Thai boxing and tennis lesson. Thai boxing lesson also free. Who the coach? Yeah. You the coach? Yeah, I'm a coach. We have two good. Coach here. Good. Классно то, что есть занятия тайским боксом, он может подучить, они тут хорошо как бы тренируют. Я имею в виду вообще в целом в Таиланде тай-бокс здесь очень хорошо прокачан и много хороших специалистов. Thank you very much. Идем дальше. And also spa. What yes. Okay, let's go. The free spa. Yes, sir. Сантибури спа. Окей. Савадика. Can I see the price on the... Так, получается, у них разные есть, ну, допустим, Hot Stone Healing, смотрим, по 3000 ватт. Так, Aroma, 3, коллаген. 90 минут 3. Окей, что еще тут есть? What is it? This is the product that we set up in each treatment. Понятно. То есть специальные продукты в массаже продают. Я имею в виду специальные товары. Так. Окей. Ну, те, кто разбирается, я думаю, поймут, что тут и как. Я пока просто поснимаю. Еще сделаю фотки, чтобы если на видео непонятно. Так, они еще у нас, получается, педикюр, маникюр делают. Хорошо. Так, на этом все. А, нет, наверное, сейчас я видео останавливать не буду. Просто, да, наверное, на сайте посмотрите у них, сколько здесь всего стоит. Окей. Thank you very much. Bye-bye. Так, идем дальше с этим нашим товарищем. Смотрим.
ชื่ออะไรครับผมชื่อโจครับปอนชื่อปอนพอลพอลมิสเตอร์พอลมิสเตอร์พอล good my name is Leo Leo ผมชื่อโจ my name is Joe Joe your name is Leo yeah yeah okay. now we are friends yeah Индиди Дайруджак Индиди Дайруджак ครับTak, ну что, мы посмотрели с вами спорт, посмотрели спа, едем дальше, смотрим. And we are only one on Koh Samui have the football field Very good. in the hotel. Очень здорово. У них только единственных на Самуи есть с футбольное поле. Ну, видимо, оно небольшое. Не сказать, что оно в идеальном состоянии. Ну, тем не менее, оно такое приличное. Причем есть еще детская площадочка здесь. И вот я думаю, там еще занятия тайским боксом проходят. Want to see the breakfast room? Yes. Oh. This kid club. Kid club. Kid club, yeah? Yes. Okay. You can... It, work, yeah, it works all day, yeah? Or not? All day. All day. Kid club is all day. Так, у них здесь есть... батут попрыгать для ребенка и здесь у них есть зона для детей где они еще могут есть специальный человечек который играет с ребятками да смотрим у них days time с 7 до 4 с 7 до 4 и разные программы примерно на это время у них запланированы всякие мероприятия Так, смотрим, где все наши гости будут кушать. Окей. Ясно? Понятно. Идем дальше. Посмотрим у них бассейн. Куба. And the biggest swimming pool on Koh Samui. The biggest? Yes. Окей. Еще говорят, что самый большой бассейн на Самуи. Да, реально. Слушайте, это прям очень круто. Я в шоке. Действительно, я такого бассейна на самом деле еще не видел. Еще даже маленький бассейнчик есть, видимо. Yeah, nice. This is a kid. Kid. For the kid? Yeah. Бассейн для детей еще есть. We go to the beach restaurant, huh? Okay. Теперь мы двигаемся в сторону ресторана на пляже. We have four bridge. One, two, three, four. Four bridge. Yeah. Okay. Четыре мостика у них здесь. Территория, я смотрю, здоровая. Zone number three, zone number four. Soy? Oh. Yeah. Zone. Okay. Beach restaurant. Так, здесь у них ресторан на берегу моря. Okay. 300 meters beach. И пляж private, yeah? Окей. Слушайте, много пальм, есть тень, то есть можно загорать здесь комфортно. То есть солнце не испепелит. Есть вот такие вот лежачки прикольные. Каяки вижу. Все на уровне, мне нравится.
Так, ну что я могу сказать? Хорошее spot. Место. What a spot. Хорошее место. Мне понравился этот отель. Пока минусов вообще не вижу по нему. С точки зрения территории и всего остального. А сам пляж, пляжу вообще претензий нет, потому что очень важно, чтобы были пальмы, очень важно, чтобы можно было спрятаться от жары сильной, потому что сейчас октябрь, этого, может быть, не сильно чувствуется. Вот, но, допустим, в мае там или в феврале солнце будет очень мощно жарить, и надо понимать, что пальмы — это будет спасение. Очень нравится, что такие гамачки есть хорошие. Они, конечно, не идеал, но тем не менее. Понятно, здесь у них еще разные есть виллы с видом на море, с приятным бассейном. Территория большая. For free, for our guest. Selling. И даже лодка есть бесплатно. Слушайте, хороший вариант. Однозначно хороший. Сейчас так получается, что мы сравниваем для клиента вот этот вариант и сало. Делюкс, там не делюкс, там дуплекс мы смотрим. И вот по ценам на одни и те же даты, на один и тот же состав получается, что здесь чуть жилье будет чуть похуже. Там приватного бассейна нет. А на сале есть. Но вот если рассматривать территорию, все остальное, конечно, этот отель выигрывает. Так, ну, не знаю, что он еще мне хочет показать. В принципе, выбор уже понятен. Если бы я выбирал между двумя отелями Сала и Сантибури, я бы, наверное, конечно, вот Сантибури выбрал. Хотя, вот если сравнивать тот же, допустим, два пляжа, эти Мэнам и Чунмон, Чунмон чуть поприятнее, ну, с моей точки зрения. Но здесь преимущество в том, что, например, у них пирс есть, можно быстренько стартануть до Пангана, 20 минут на Пангане. Сам пляж длинный, можно гулять долго вокруг него, ну, по нему. Может, до Бапута даже там дойти, в теории. Вот. Ну, вообще, с точки зрения изучения острова, хороший вариант. Можно на Бантай, Бангпо двигаться в ту сторону, потом на Натон смотреть закаты. Либо в сторону развлечений, это Бапут, Чуенг, туда ехать, и там уже в гипермаркетах, может быть, что-то покупать себе. Ну, либо какие-то там дискотеки, искать ночную жизнь. На этом, наверное, все. Да, наверное, все, тут больше нечего сказать, вы все сами видели. Хороший отель. Лучше, чем хороший. Отличный, я бы даже сказал. Всем пока.